Прямо сейчас о происшествиях, которые случились в городе и регионе за минувшие сутки. В Ноябрьске сразу двое школьников-велосипедистов попали под колеса авто. Оба инцидента случились на оживленных переходах в центре города с разницей в несколько часов. Так, на зебре напротив мэрии иномарка сбила 13-летнего мальчика. По данным городской ГИБДД, ребенок слез с велосипеда и переходил дорогу по правилам, а водитель легковушки школьника не заметил. Обошлось без тяжелых травм, мальчик отделался ушибами. В момент еще одной аварии попал в объектив камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как велосипедист проезжает регулируемый переход уже на красный сигнал светофора. Такого поворота событий, по всей видимости, не ожидал водитель иномарки, под колеса которой и угодил 16-летний нарушитель. В этой аварии тоже обошлось без серьезных травм. Отечественная легковушка опрокинулась на бок. Авария с одним участником произошла сегодня в районе трубной базы на дороге в дальнее СМП. По предварительным данным госавтоинспекторов, водитель «Лады Калины» не справился с управлением и допустил опрокидывание. Мужчине понадобилась медицинская помощь. После осмотра врачи скорой доставили его на обследование в больницу. Вахтовику из Югры дали 13 лет за убийство и расчленение жителя Таркасале. В августе прошлого года осужденный вместе с двумя коллегами распивал спиртное в съемной квартире в Таркасале. Один из жителей дома сделал им замечание. В ответ мужчины сначала избили соседа, а потом один из вахтовиков зарезал его. Утром решили заметать следы. Убийца расчленил тело в ванной, а затем разложил останки по пакетам и вместе с товарищами спрятал в заброшенном здании. Впрочем, преступника быстро вычислили и задержали. Суд назначил 33-летнему жителю Югры 13 лет колонии строгого режима и 4 миллиона рублей штрафа в пользу семьи потерпевшего. А вот его пособники отделались легким испугом за укрывательство преступления. Они получили по 150 тысяч рублей штрафа каждый. В Тюмени участились случаи падения людей с высоты. Очередной случай произошел утром 27 мая. Жители многоэтажки обнаружили под окнами тело мужчины. Приехавшие на вызов медики уже ничем не могли помочь. Еще две трагедии со смертельным исходом произошли 26 и 24 мая в разных районах города. А 25 мая из окна 6 этажа выпал 8-летний мальчик. За его жизнь до сих пор борются врачи. Однако бывают и счастливые истории. Так, на днях двое мужчин смогли предотвратить самоубийство на улице Профсоюзной. Один из героев оказался полковником полиции. Он случайно увидел в оконном проеме одного из домов мужчину, который грозился выпрыгнуть из окна. Вместе с другом-очевидцем поднялся в квартиру и вовремя успел затащить его внутрь жилого помещения. После спасатели еще удерживали неудачливого самоубийцу до приезда медиков. Напомню, стать мобильным репортером рубрики «Ноябрьск. Происшествия» может абсолютно каждый. Если вы были свидетелем чрезвычайной ситуации и смогли заснять происходящее на камеру мобильного телефона, фото и видео оставляйте в официальных группах телеканала.